Думаете, у кого эта изба такая просторная? Но нет, это настоящий сундук со сказкой. Попала я в театр живых кукол Владимира Захарова. А здесь... Проходим, господа, проходим. Денег хочется. Мешочек щедрой рукой. На развитие таланта. Мы же одной не тронули, сама сдохла. Да врет она все, врет, мы не трогали. Да приглядись-ка, слышь-ка, нам трогать-то нечем, все руки заняты. Да вот ты че, да не купили. В прошлый раз сотни молодых. Отгадайте загадку, зимой и летом одним цвет. Это я, белый и пушистый. Проходите, проходите, не бойтесь. Сейчас прочту что-нибудь из ненаписанного. Забудем лень, забудем пьянство. Давайте оживлять пространство. Декабристов жалко. Ой, я плакала. Сколько я им носков навязала. Пропасть. Угу. Переоделся Пушкин и пришел в гости к Державину. Гаврил Романович. Старик уверенный, что перед ним и впрямь Пушкин, входя в гроб, благословил его. Откуда сейчас знают, потому что... Secondo me, terzo, in questo... Какой поэтерез? Не помню. Можно по-русски. Я все равно не понимаю по-итальянски. Там не надо понимать. Там язык красивый. Я думаю, это третий телефон.